Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок, секретов и отсылок во всеми любимой и часто посещаемой интернет-паутине. Вот и вышел 7-й выпуск интернет-пасхалок, наполненный присланными вами интересностями и секретами. Ну и давайте же посмотрим, что удалось найти нам на этой неделе. Итак, первая пасхалочка, которую, собственно, нашел я. Ну и давайте же покажу ее вам. Заходим на сайт Avalon74 и видим поле для заполнения под названием «Форма обучения». И жмем на букву «О». Ох, какая прекрасная форма! Идем далее. Следующую пасхалочку прислал нам подписчик под ником «Мега Хо». Спасибо тебе огромное! Заходим в поисковик Google и в строке поиска набираем «Particle Google». И переходим на первую страницу. Еще одну замечательную пасхалочку прислал один из моих первых подписчиков под ником Бункер Апельсина. И за это тебе наши аплодисменты. На странице сайта bistro.com.ua видим сверху тарелку с варениками. И сразу же жмем на них. Вот это да, какой замечательный бутерброд. За наш следующий секрет благодарность достается подписчику с ником CNC and War. На сайте nebodom.ru видим карту небольшого квартальчика. Находим на ней дом в виде креста и жмем по нему. И за последнюю пасхалку в этом выпуске опять благодарность человечку с именем CNC and War. Well done. И этот секретик очень даже неплох. Давайте же посмотрим. На странице dedmorozspb.ru находим между заснеженных домиков снеговика. Ну и кликаем три раза ему по носу морковки. На сегодня это была последняя пасхалочка. Кому понравилось мое видео, ставим лайк и подписываемся на мой канал. А также не забываем вступить в мою группу ВКонтакте. Также присылаем новые пасхалочки мне в личку. Ну а на этом все. До скорых встреч. Пока!